Паша, а мы гирлянды вешать будем? Будем, будем, все будем. Ты мне так и не ответил, есть ли она, аль нету. Тебе что, поговорить не о чем? Ну, поговорить-то есть о чем. Ты гирлянды давай. Коробки. Ну? Если тебе на похороны купил. Дурак ты, Христофор. Дурак. Веселенькие. Веселенькие. Я тебе так скажу. Про такую жизнь только мы, писатели, в своих книжках пишем. А в жизни все по-другому. Угу. Ладно, по-другому. Молодой ты еще так говорить. Или ты себя уже в старики записал? Ну, в старики, конечно, нет. Но кое-что уже знаю. А я вот знаю одно. Пессимизм в тебе еще не умер. Конечно, в тебе он еще... не родился. Красота. Чай пойдем пить, красота. Пойдем. Смотри в окно. В окно посмотри. Вот это красота. Утром снег блестит, глазам больно. Деревья, как ледяные горки. Воздух чистый, чистый. Звенит. Вот это красота. А у тебя чего? Машины, машины. Машины, суета. Да так-то оно так, но... Ты пойми, в городе жизни больше. Угу. Да ладно. Что случись, сразу в деревню бежите. От Пушкина с Толстым до тебя, Христофор. В деревню! Ага. Да у нас, если хочешь знать, троллейбусы ходят. Если троллейбусы, то тогда, конечно. Ты помнишь Катьку Чернышову? Ну, помню. Встречай ее. Вышла замуж, нарожала 2 детей, а была ни рожи, ни кожи. Вот! Да ладно, Христофор. Разве в этом красота? Конечно. Ты меня сейчас начнешь. Про душу, про светлые глаза, про... И про это тоже. Ты еще скажешь, что браки на небесах совершаются. У тебя хоть... Курить-то можно, праведник? Можно, но только у печки. Ты еще скажи, что... Сказки читаешь? И в чудеса веришь? Верю, не верю. В жизни все бывает. Угу. Бывает. На другой планете. Ладно, хватит болтать. Спать надо ложиться. Завтра день тяжелый.
Так ты мне и не ответил, есть ли она любовь-то. Спи давай, мыслитель. Есть, нет. Есть, конечно. А ты не спишь. Мама, я читаю. Но завтра такой тяжелый день, Маш. Давай ложиться спать. Хорошо, но я еще чуть-чуть почитаю, ладно? Ну, спокойной ночи, солнышко. Спокойной ночи. Ты чё такой шебутной? Да что случилось-то? Я уезжаю. Что значит? Что значит я уезжаю? Thank you.
Подождите. Ну, все правильно. Ha ha ha.
Привет. Привет, Машуль. Я представляешь Катю Кокареву, помнишь ее? Помню. Я ее встретила на площади. Да. С мужем, с друзьями, все такие нарядные. Так, это тебе. О, спасибо, у меня тоже для тебя есть сюрприз. Так, держи. Спасибо. Только давай внутри раскроем, ладно? Давай. Ты же знаешь, меня Калехину пригласили. Да. Да. Так что дела, прежде всего. Ну, конечно. Слушай, пойдем всегда. Быстрее, а то не успеем старый год проводить. Пойдем скорее, пойдем. Так. Благодарю вас. Ну что, подруга, за нас с тобой? За нас. Слушай, когда мы с тобой вот так вот спокойненько в кафе сидели, а? По-моему, на День города. Точно. Как время-то летит. А ты помнишь, какой был концерт на День города? Отличный был концерт. Только ты так кричала, что я чуть было не оглохла. Мне правда, я танцевала. А помнишь, когда фейерверк начался, ты носилась как ребенок? А потому что было очень красиво и очень здорово. Да. Да, было красиво. Слушай, а помнишь, как мы сбежали с уроков «Искру» в кино? Да, и скупили все конфеты в кафе. А потом ты изображала себя известную актрису. Да. Зато вон какая стала. Зато ты такая же. Ты до сих пор не понимаешь, что сказки бывают только в детстве. Динка, ты прагматик. И в голове у тебя компьютер. Да, но ты посуди сама. До Нового года осталось 2 часа. Угу. Часики. Тик-так, тик-так. И где твое чудо? Чудо не произошло. А я верю. Брось. Я правда верю. Вот дай руку. Вот. В этом году нас с тобой ждет удача. И нам обязательно повезет. А я встречу своего единственного. Цыганка гадала. Знаешь, всех принцев давно уже разобрали. Так что взгляни на жизнь трезво. Миром давно уже правят мани-мани. Ну, немножечко удачи. Настоящего мужчину делает сама женщина. Ну вот, а я хотел тебе свой сон рассказать. Опять? Прекрати надо мной смеяться. Вот ты неисправимый романтик. Помнишь, я тебе рассказывала, я ездила к сестре на дачу? Помню. Гадала на ромашке. Потрясающе. Там так тихо, ни машин тебе, ни шумных соседей. И снятся потрясающие сны. Да. Вот мне снится сон. Только ты не смейся. Я на берегу озера. И у меня в руках кораблик с посланием. Ну просто знаешь, вот алые паруса. А на другом берегу... Принц. Я знаю, что он ждет меня. Я это точно знаю. А мне нужно просто протянуть к нему руки с этим посланием. Я проснулась и побежала на озеро. То есть ты сейчас хочешь сказать, что ты встала, пошла и отправила это послание в кораблике в озеро? Значит, я даже не знаю, что тебе сказать. Ты просто чудачка. Знаешь, если бы все люди так искали свою судьбу, даже я начала бы верить в чудеса. Так что, моя дорогая, хватит мечтать. И давай выпьем за наш волшебное настоящее и не менее блестящее будущее. Утонул твой кораблик, забудь. Неправда, я верю, что он меня найдет и обязательно ответит. Угу. На деревню дедушки. Ты такая наивная. Вот где ты видела, чтобы письма отправляли по озеру? А я, между прочим, там указала имя и город. Thank you.
Ты уж прости меня, Машенька. Я ведь над тобой пошучу, а сама свое счастье так и не нашла. Я же тебе сказала, нам в этом году должно повезти. Надо только верить. Да уж. Ну что, тебя до дома подвезти? Иди, я на троллейбус. Да и ты торопишься. Приезжай к нам, мы с мамой будем очень рады. Обязательно позвоню. Только с Алехиным разделаюсь. Хорошо. Слушай, ты не хандри. Будет на нашей улице праздник. Ну давайте, ждите меня, а то я ведь знаю, все праздники перед телевизором просидите. С наступающим. Давай, с Новым годом. Беги, уже поздно. Пока. Пока. С наступающим! И вас также. А вы, наверное, в гости едете? Ну, можно сказать и так. Только не знаю, ждут ли меня там. Сегодня всех ждут. Ну да, наверное. Конечно. Знаете, вот странно. Вот наваждение какое-то. Даже страшно. Я сегодня письмо получил от девушки. Письмо? Письмо от девушки. Совершенно незнакомой мне девушке. А вы в чудеса верите? Верите? Ну. А знаете, где я это письмо нашел? Нет. Я нашел его во льду. На берегу озера. В маленьком кораблике. А в нем было спрятано письмо. С собой? Да, я с собой его ношу. Вот оно. Там буквы размыты. Но я разобрал. Это мое письмо.
Блин, ну только из сервиса. Вот сдавай так в ремонт. Ну и что здесь такое, а? Сломались! Может помочь? Да было бы неплохо. Секунду. Все равно до места я уже вовремя не доберусь. Встретил Новый год. Так. Ну что у нас здесь такое? Да я сама не знаю. Ну только из ремонта. 2 дня не прошло. Так. Садитесь. Попробуем завести. Ясно. Встречу Новый год в машине, в лесу, одна. Предлагаю устроить маленький фуршет в моем обществе. Меня зовут Христофор. А вас? Дина. Здорово. Ну, до Нового года совсем чуть-чуть, а мы и старые не проводили, да и знакомства не отметили. Вы шампанское будете? Не откажусь. Момент. Сейчас все устрою. А то все меня бросили. Так. Так. Сейчас, сейчас. Опа! А вы ловкий, Христофор. Я ловкий не только в этом. Есть множество талантов у поэта. Так. Опа. Желаю нам под Новый год познакомиться и узнать друг друга поближе. Алло, Маш, ты где? В каком троллейбусе? Что, правда? Нашел письмо? Как? Паша? Ты что, шутишь? В твоем кораблике? Пашка, это же мой друг! Сегодня нашел письмо в кораблике! Вот это новогодняя ночка! Дина! Динка! Вот это новогодняя ночка! Ну, Пашка, молодец! Ой... Встречаются две души, им никогда не расстаться. Сколько писем во сне не пиши, по адресам не помчаться. Только в сказку под Новый год исполнится все желания, и мой кораблик к тебе приплывет через все расстояния. Ответ, а может, ко мне приедешь, то
Бог.